Ни за что. Не говорите мне, что это за фильм. Карл, я не могу поверить, что тебе удалось снять этот крутой фильм о сумасшедших кокосах. Кому-то нужен наш герой. Быстрее, Карл! Есть проблема с кокосами на пляже. Они начали падать с деревьев. И некоторые из них упали Чеду прямо на голову. Теперь он в ловушке и не может выбраться сам. Карл, тебе нужно ему помочь. Супергрузовик, берегись! Кокосы падают повсюду! Супергрузовик, стой! Если мы хотим спасти Чеда, мы не должны попадать под кокосы. Есть какая-нибудь идея насчет трансформации, чтобы помочь ему? Да! Вперед! Трансформируйся! Грузовик захват! Вот это да! Будет очень круто! Да, молодец, супергрузовик! Будем сбивать эти кокосы с дерева. Вот так! Теперь эта пальма не опасна. Хорошо, давай спасем Чеда! О, нет! Посмотри-ка на этот огромный кокос! Он скоро упадет! Чед, скорее уезжай! О, нет! У него все еще кружится голова! Ребята, вам нужно поторопиться! Быстрее! Супергрузовик, это не сработает! Тебе нужно воспользоваться СТ-3000, чтобы спасти Чеда! Я очень надеюсь, что это сработает. Вот это да! Ты в порядке, Чед? Спасибо тебе, супергрузовик, за спасение Чеда. Ребята, я вижу, вы нашли игру, в которую можно поиграть с кокосами. Фантастика! Супергрузовик, ты герой дня. Увидимся в следующий раз, друзья. У тебя появился ассистент? Да вы словно Бэтмен и Робин. Это твоя первая доставка. Мы рассчитываем на тебя. Что-то не так с посылкой? Эй, Билли, я не думаю, что тебе нужен этот кирпич. Ты в порядке?
у тебя в глазах все двоится. Робот сошел с ума! Тебе нужно его остановить! Как ты себя чувствуешь, Билли? Тебе нужно расчистить дорогу. Куда подевался этот злой робот? Уолтер думает, что это супергрузовик. Что случилось, Уолтер? Это сделал робот! Такое, Кэрри? Супер грузовик! Кэрри думала, что это ты за машиной с мороженым. У тебя есть идея, как его остановить? Пора тебя починить. Ремонтирующий луч? Невероятно! Добро пожаловать обратно! Ты поможешь нам с доставкой посылки? Это ассистент супергрузовика. Ему очень жаль, что он сделал ранее. Ничего страшного. Твой ассистент тоже будет героем. Да начнется конкурс трюков! Потрясающий прыжок, Марли! Какие еще трюки ты умеешь делать? Да, что-нибудь на рампе. Давай, Марли, у тебя получится! Упс, трюк не вышел. Помогите ему, ребята! Им нужна твоя помощь, Эмбер! Отличная работа, друзья! У Марли поврежден бампер и разбита фара. Супергрузовик может трансформироваться, чтобы справиться со всем этим? Да, у тебя получится! Супер монстр трак! Как захватывающе! Ого! Только взгляните на это! Неплохо, Супер Монстр Трак! Вот это да! Какое сальто! Ого-го! Потрясающе! Будь осторожен, Супер Монстр Трак! Фух, главное, что ты не поранился. Просто восхитительно. Потрясающие трюки.
Ты готов перепрыгнуть через эти валуны? Каков смельчак! Будь осторожен с этими камнями. Этот кувырок был слишком низко. Упс, это было очень больно. Твое колесо заблокировано, и камни все еще катятся вниз. Скорее, используй СТ-3000. Фух, замораживающий луч всех нас спас. Продолжай тянуть, супергрузовик. Да, у тебя получилось. Постарайся сделать лучше, чем в первый раз. Все в предвкушении. Твои трюки самые лучшие в мире. Потрясающий супергрузовик. Еще пару трюков, и ты завершишь полосу препятствий. Да, вот это переворот! И последний трюк. Прыжок через камни. Ты с легкостью справишься с этим, супергрузовик. Какое захватывающее соревнование! Монстр-трак уже намного лучше благодаря Эмбер. Готовы, ребята? Сейчас или никогда? Просто невероятная концовка! Доктор Зик, что за злодейство ты задумал на этот раз? Привет, Матильда. У тебя перерыв? Это что, супергрузовик? Супергрузовик. В городе воришка-робот. И он выглядит в точности как ты. Вот он. О, нет. Матильда думает, что вор — это ты. Ты арестован. Матильда, супергрузовик невиновен. Снова планируешь злые дела? Супергрузовик, тебе нужно остановить этого робота и доказать свою невиновность. Лазерный луч. Это должно помочь тебе открыть двери клетки. Герой снова на свободе. Пришло время остановить плохих парней. Давай остановим этого робота. Матильда, тебе нужно поймать воришку мороженого. Вот он. О, нет. Робот уезжает. А Матильда едет за тобой. Машины расступаются, заслышав сирену Матильды. Это работает? Машины уступают тебе дорогу. Не сбавляй темпа, супергрузовик. Ты уже совсем близко к этому плохому роботу. Тебе некуда бежать. Надеюсь, он умеет плавать. Матильда, супергрузовик пытается арестовать настоящего преступника. Кажется, Матильда не верит в твою невиновность. Супергрузовик придумает, как остановить тебя, доктор Зик. Все в порядке, робот? Супергрузовик не по ту сторону решетки. Доктор Зик помогает супергрузовику? Это очень странно. Ты что, увидел привидение?
Робот пытается наказать доктора Зига. Здесь робот до тебя не доберется. Тебе нужно нажать на кнопку и выключить робота. А теперь давай починим этого робота. Тебе все еще нужно поймать вора. Да, Матильда, супергрузовиков 2. И ты арестовала хорошего. Ты не можешь убегать вечно. Не так быстро. И супергрузовик не даст тебе никуда удрать. Ты в ловушке. Больше никаких проказ. Ты куда-то собрался, доктор Зиг? Тебе все еще нужно усвоить урок. Привет, Массимо. Привет, супергрузовик. Супергрузовик, посмотри сюда. Я думаю, стоит разобраться, что там произошло. Давай, супергрузовик. Эмбер поехала туда. Привет, Эмбер. Супергрузовик, тебе нужно поехать вместе с ней, раз ей нужна твоя помощь. Ого, что здесь произошло? Тебе нужно помочь Эмбер. Всех нужно отвезти в больницу. Подумаешь, в кого стоит трансформироваться? Ага. Вот это да! Автовоз! Превосходная идея! Давай всех соберем, супергрузовик! Заезжайте, друзья! Два на борту и еще два на подходе. И все на месте! А теперь пора в больницу. Подождите-ка! Смотри, это Билли! И, похоже, ему тоже нужна помощь. Супергрузовик, сможешь придумать, как его перевернуть? Отличная идея. Посмотрим, сможет ли суперковш перевернуть Билли. Давай, супергрузовик. Раз, два, три. Тяни! Почти! Еще чуть-чуть, у тебя уже почти получилось, супергрузовик. Если ты ему поможешь, он точно сможет перевернуться. Давай еще раз. Раз, два, три. Тяни! Очень хорошо, ребята. Похоже, тебе уже лучше, Билли. Поезжай вместе с ними в больницу. Это еще что? Пробка? Нужно объехать ее, чтобы поскорее добраться в больницу. Есть идеи? Эмбер, ты что-то придумала? Так чего же вы ждете? Замечательная идея. Вперед! Поторопитесь! Осторожно! Откуда эти бочки? Если мы их не подвинем, то не сможем добраться в больницу. У тебя есть идея, Билли? Тогда вперед! Кажется, получается. Но почему бы тебе не помочь ему своим суперковшом? Вот это да! Как быстро вы убрали эти бочки! Давайте уже закончим путешествие. Все в порядке. Отличная работа, друзья.
Чудесно! Теперь Эмбер позаботится о них. Привет, супергрузовик! Кажется, малыши испугались маленького паучка. Смотрите, паучок совсем безобидный. Что случилось, малыши? Ого! Паук стал гигантским! О, нет! Тебе нужно его остановить, пока он никому не причинил вреда. Доктор Зик, это ты увеличил паука? В автомобильном городе паника! О, нет! Уолтер попался в паутину. Тебе нужно его спасти. Машины не дадут тебе проехать. Пора трансформироваться. Полицейская машина. Воспользуйся сиреной, чтобы тебе уступили дорогу. Получается! Паук сейчас нападет на Уолтера! Поторопись, супергрузовик! Как раз вовремя! Уолтер, ты в порядке? Не волнуйся, супергрузовик тебя сейчас освободит. Свободен, Уолтер. Найди себе безопасное место. Супергрузовик собирается остановить паука. Осторожно! Ох, чуть не влип. Попался гигантский паук. Супергрузовик, доктор Зик позади тебя. О, нет! Доктор Зик опять использует свое ружье на пауке. Прячься, супергрузовик! Такого размера паук точно уничтожит весь автомобильный город. А вот и доктор Зик. Тебе нужно отобрать ружье у доктора Зига и с его помощью вернуть пауку его настоящий размер. Ты арестован! Супергрузовик, останови его! О, нет! Доктор Зиг спрятался за пауком! Тебе нужно забрать ружье! Используй СТ-3000! Супермагнит притянет ружье. Слишком поздно хвататься за ружье, доктор Зик. Получилось! Паук снова стал обычного размера. Туда бежать лучше даже не пытаться. Я тебя предупреждал. Это будет хорошим уроком доктору Зигу. Давай отправим паука туда, где ему самое место. В таком размере он очень дружелюбный. Он даже хочет поиграть. На помощь! На стройке страшный пожар! Фрэнк, ты собираешься тушить пожар? О, нет! Кто-то окружен пламенем! Фрэнк, скорей! Доктор Зик? Так ты хотел разыграть Фрэнка? О, нет! Доктор Зик загипнотизировал Фрэнка и управляет им с помощью пульта. Прекрати, доктор Зик! Фрэнк же устроит целый потоп! Так, что здесь творится? Доктор Зик управляет Фрэнком. Надо помешать ему, супертрак. Пора трансформироваться.
Отлично! Полицейский фургон сможет остановить доктора Зига. Сдавайся, доктор Зиг! О, нет! Фрэнк все еще под гипнозом. Тут слишком много воды. Вы все затопите. О, нет! Колеса Дэйна застряли в мокром песке. Сначала поможем ему, Супертрак. Так держать! Спасибо за помощь, Супертрак. Что ж, проучим злодея. Это опасно. Кто-нибудь может поскользнуться. Осторожно, Уолтер. Дорога скользкая. О, нет! Все хорошо, Уолтер. Дорога слишком скользкая. Уолтер не может ехать. Полицейский фургон тебе поможет. Поможем Уолтеру выехать, чтобы он смог доставить свой груз. Спасибо, Супертрак. Но что делать с грузом Уолтера? Что теперь задумал доктор Зиг? Не надо, Фрэнк! Эти шины будут скользкими. О, нет! Осторожно! Шины катятся слишком быстро. Берегитесь, малыши! Выручай, Супертрак! Точно! Тут поможет Супертрак 3000. Водомет? Верный выбор, Супертрак! О, нет! Останови их! Ты слишком далеко, Супертрак! Подберись ближе! Быстрей, Супертрак! Ты должен спасти малышей! Молодец, Супертрак! Теперь малышам ничего не угрожает. Осторожно, Супертрак! Ты должен избавить Фрэнка от гипноза. Фух, кажется, гипноз прошел. Отличная работа! А ты никуда не пойдешь, пока не ответишь за свои действия, доктор Зиг. Молодцы, ребята! Привет, Матильда! О, какая-то ты уставшая. Может, лучше отдохнешь? Не хочешь оставлять город без защиты? Похоже, у Матильды сильный жар. Все нормально. Матильда, что с тобой? Супертрак, у Матильды сильный жар, и она начала бредить. Она без причины сажает всех в тюрьму. Не бойся, Уолтер. Супертрак знает, что ты невиновен. Пора трансформироваться. Суперполицейский фургон вызволит невиновных из тюрьмы. Но как ты откроешь дверь, Супертрак? Ну, конечно. У полицейского автомобиля есть ключи от всех тюремных дверей. Матильда скоро вернется. Быстрее, прячьтесь, друзья! О, нет! Матильда арестовала Санни! Матильда не понимает, что делает. Она не верит, что ты невиновна. Уолтер тоже не сделал ничего плохого. Он не должен сидеть в тюрьме. Не шумите. Матильда уехала. Надо освободить Санни. Ты свободна, Санни. Надо придумать, как остановить Матильду.
Кажется, у Супертрака есть идея. Тут поможет Супертрак 3000. С помощью цемента Супертрак поймает Матильду. И ты поможешь Санни. Поспешите, пока Матильда не вернулась. Это Матильда! Бегите! Придется разделиться. Супертрак, используй пушку и замедли Матильду. О, нет! Супертрак в тупике. Ты должен привести Матильду в себя, Супертрак. Пора трансформироваться. Суперскорая помощь поможет сбить жару Матильды. Матильда не приняла таблетку. Нужно заманить ее в цементную ловушку. Молодец, Супертрак! Матильда едет прямо к ловушке. Попалась! Теперь надо сбить жар. Матильде полегчало. Кажется, настройки беда. Нужна твоя помощь, Супертрак. Ребята, похоже, вы забыли про Матильду. Чили, осторожно! Что это за звук? Трой ехал так быстро, что шлагбаум не успел опуститься. Что происходит? Аккуратнее, тут скользко. Это мыльная пена? Видно, поэтому Трой не затормозил. Трансформируйся и догони его, Супертрак! Супергоночный автомобиль догонит Троя в два счета. Но что это льется из вагона Троя? О, нет! Видимо, вода попала на куски мыла, и теперь пена льется на рельсы. Есть идеи, Супертрак? Берегись! Фух, едва пронесло. Все хорошо, Супертрак. На рельсах слишком много пены. Сможешь ее убрать, Супертрак? Ничего не помогает. О, нет! Трою стало хуже. У него кружится голова. Нужен новый план и побыстрее. Ему нужно выбраться из мыльной западни. Супертрак, ищешь способ остановить Троя? Точно! Если перевести стрелки, он поедет в другую сторону. Скорей, Супертрак! Нужно доехать быстрее Троя. Молодец, Супертрак! На тех рельсах пены нет. Но что это там? О, нет! Что же теперь делать? Фух! Как раз вовремя! Так держать, Супертрак! Рельсы ведут Троя на окраину города.
О нет, вагон Троя может отсоединиться и сойти с рельс. Осторожно! Супертрак, ты цел? Разводной мост! Супертрак, ты должен остановить Троя. Теперь поможет только одно. Это Супертрак 3000. Супермагнит должен справиться. Вот так. Теперь тяни. О нет, он не успеет затормозить. Тяни сильней, Супертрак. Осторожно! Ты спасен, Трой. Молодец, Супертрак. Рад снова видеть тебя в колее, Трой. Так держать, друзья. Теперь город снова чист. А вот и заслуженная награда за усердный труд. Это что, клоны Супертрака? Надеюсь, они не злодеи. О нет, клоны Супертрака плохие. К тому же их трое. Это не сон, Супертрак. Это твой злобный клон. О нет, Кэрри думает, что вор Супертрак. Она хочет свой торт назад. Останови этих клонов, Супертрак. Пора трансформироваться. Покажем им. Молодец, Супертрак. Этот клон не уйдет. О нет, клоны могут трансформироваться прямо как ты. Злой клон Супербур удирает. Давай, Супертрак, догони его. Супертрак, это другой клон. Остановим его. Ты арестован. О нет, клон взлетел и удирает. Супертрак, сделай что-нибудь. Матильда и Фрэнк тоже гонятся за клоном. О нет, Матильда и Фрэнк спутали Супертрака с его клоном. Вы не можете его арестовать. Он невиновен. Поняли свою ошибку? Очередной клон. Это доказывает твою невиновность. Давай сдавайся, злобный клон. Против тебя отряд спасателей. Ты не скроешься. О нет, клон трансформировался в катапульту. Надеюсь, он не начнет метать снаряды. Огонь преградил вам путь. Фрэнк один его не потушит. Объединись с Фрэнком и потуши огонь. Время для Супертрака 3000. Супершланг поможет быстро потушить огонь. Клон смог сбежать. Как же теперь его найти? Ты слышишь? Это клон-вертолет. Он приведет тебя к остальным. Доктор Зиг. Ну, конечно. Кто же еще мог устроить такой бардак? Здесь повсюду хаос. Однако, отряд спасателей положит ему конец. Какие еще злодейства ты задумал, доктор Зиг? Клоны идут в атаку. Приготовьтесь. Доктор Зиг использует пульт, чтобы управлять клонами. Ты должен его забрать. Супертрак, берегись! Фрэнк разберется с катапультой. Матильда не даст клону с буром добраться до тебя. Клон-вертолет сделает все, чтобы тебе помешать. Все клоны под контролем. Вы прекрасно сработали. А теперь за доктором Зигом. А-а,
Ты должен исправить, что натворил. Не бойся, добрые клоны помогут. Гарри получает такое удовольствие от своей работы. Только взгляните на него. Что это было, Гарри? Ты слышал этот шум? О, нет! Гарри, скорее спрячься где-нибудь! Это привидение! О, нет, оно нашло тебя! Нам нужно позвать помощь! Оставайся здесь, Гарри, я позову супергрузовика! Карл, здравствуй, у нас проблема! Мусоровоза Гарри преследует привидение! Пожалуйста, помоги ему! Он так напуган! Ага. Это привидение такое быстрое! Тебе нужно быть быстрее, чтобы поймать его, Карл! В какую машину ты трансформируешься, Карл? Гоночную машину. Потрясающе. Смотри-ка, супергрузовик привидения пытается скрыться. Скорее, за ним! Попался, мистер привидение. Тебе больше некуда бежать. Что-то не так с этим привидением. Думаю, под этой простыней кто-то прячется. Ну что ж, супергрузовик, я думаю, теперь-то мы можем наконец выяснить, кто скрывается под этим костюмом привидения. Ага, мы знали, что ты не настоящее привидение. Зачем ты это сделал, Джерри? Ты тренировался перед Хэллоуином? Понятно, но тем не менее Гарри очень испугался. Он думал, что ты настоящее привидение. Но теперь-то все в порядке. Тайна раскрыта и Гарри спасен. Это так мило с твоей стороны, Джерри. Ты настоящий друг. Супергрузовик, что ты делаешь? Супергрузовик, ну ты и шутник.
До свидания, друзья. Хорошего вам Хэллоуина. Здравствуй, Карл. Привет, Уолтер. Это пригласительные билеты на день пончика. Кому-то нужна твоя помощь, Карл. Тебе нужно вернуться на базу прямо сейчас. Кэрри сделала гигантский пончик на праздник. Она поставила его на тарелку для торта, но Марли дурачился и случайно ударил по подставке. Пончик сорвался и покатился вниз с горы. Он настолько велик, что даже маленький его кусочек может повредить кого-нибудь. Карл, нужно помочь. Отлично, в путь! Супергрузовик здесь, чтобы выручить вас, ребята. Ну и где сейчас этот гигантский пончик? Пончик катится очень быстро, супергрузовик. Ты должен его остановить. О, нет. С пончика отлетает кондитерская посыпка. Это опасно. Что там такое? О, нет. Двое малышей на склоне холма. Карл, ты будешь трансформироваться? И теперь супер монстр трак. Здорово! Отличная работа, Супер Монстр Трак. Но есть еще одна проблема. Как ты вернешь этот гигантский пончик наверх, не сломав его? Ну что, в путь потихоньку. Ты сделал это! Отлично потрудился! Поздравляем, Кэрри! Твой гигантский пончик занял первое место! Кэрри, ты собираешься поделиться пончиком с друзьями? Спасибо за твою помощь, супергрузовик! Кэрри хочет предложить тебе бесплатные пончики на целый год! Обычного размера, конечно! С днем пончиков, друзья! Ух ты, веселитесь, ребята! Смотритесь здорово! Супер-попрыгун-грузовик! Кому-то нужна твоя помощь, Карл! Тебе нужно поспешить на базу поскорее!
кран застрял в грязи. Похоже, Кэрри в порядке. Да, но Бен так сильно застрял. Ты можешь помочь? Отлично! Вперед! Смотри-ка, Бен, весь в грязи. Как долго он в этой грязи, Кэрри? Ты привела малышей в лабиринт, и Бен уже был там? Супергрузовик, что ты собираешься делать? Ты будешь трансформироваться? Суперэкскаватор! Здорово! Будь осторожен! Уф, если ты застрянешь, нам будет некого звать на помощь! Осторожно! Аккуратно попытайся вылезти отсюда! Фу, это было непросто! А вот и Бен! Ты в порядке? Ты нас чуть не напугал! Отличная работа, суперэкскаватор! Что там происходит? Что-то не так? Просто успокойся, возьми себя в руки и сделай несколько глубоких вдохов. Твой друг потерялся в лабиринте? Ладно, суперэкскаватор, ты можешь помочь? Да, она моя баба. Суперэкскаватор воспользовался радаром, чтобы найти потерявшегося малыша. Радар показывает здесь, там и везде. Ох, похоже, у нас есть сигнал. Кажется, мы направляемся в нужную сторону. Отыскал малыша, супергрузовик? Да! Супергрузовик, ты так ловко решаешь проблемы, а сможешь догадаться, что перед тобой на столе? Открой-ка глаза. Кэрри испекла шоколадный пирог, чтобы отблагодарить тебя. Наслаждайся. Трой перевозит пушку, которая делает вещи огромными. Внимательнее, Трой! Злой супербур неосторожно переходит пути. Злой супербур, с дороги! О, нет! Злой супербур стал огромным. Огромный злодей мчится за Троем. Помогите Трою, друзья! Супертрак, пора трансформироваться! Сегодня на страже порядка грузовик-паук и Матильда. Поднажмите. Вы уже близко. О нет. Злой супербур угрожает Трою.
Не волнуйся, Трой. Подмога рядом. Сможет ли паутина остановить бур? Да! Твой бур не работает. Спеши к Трою, Матильда. Берегись, Супертрак. Злодей тебя сокрушит. Ох, едва пронесло. Эта паутина долго не продержится. Как ты его остановишь? Паутина на глазах сводит злого супербура с ума. О-оу, злой супербур снова видит. Не спеши, злой супербур. У супертрака для тебя сюрприз. Надеюсь, паутина его остановит. Да, суперпаутина крепче стали. Он идет в объезд. Найди Троя раньше злого супербура. Землетрясение? Видно, злой супербур рядом. О нет, злой супербур завалил пути. Трой, скорее тормози. Нет, Трой не успеет остановиться. Приложи все силы, супертрак. Матильда тоже помогает тормозить. Все целы? Супертрак, злодей хочет напасть. Время для супертрака 3000. Уменьшающий луч. То, что надо. Будь здорова. Уменьшающий луч сведет все атаки на нет. Прекрасно, супертрак. Матильда разберется со злодеем. Расчисти пути, супертрак. Трой, можешь ехать. А ты арестован. Злой супербур стал не так уж и велик. Соревнования по сносу стены? Как здорово! Классно получается! Кому-то нужна твоя помощь, Карл. Тебе лучше отправиться на базу. Это Кэрри и Бен, они на ферме. И взволнованы. Что это было? Это лапа динозавра? Им нужна помощь. Скорее, поторопись. Супергрузовик здесь, чтобы помочь вам, ребята. Можете быть спокойны. Где динозавр? Он забрел в лабиринт? Ого, а вот и он! Супергрузовик, что ты собираешься предпринять? Ты будешь трансформироваться? Здорово, супергрузовик! Покажи-ка динозавру, кто здесь главный!
суперпружины для супергрузовика. Какая классная идея! А теперь за динозавром супергрузовик. Куда он делся? Берегись! Уф, было страшно. Бен, Кэрри, супергрузовик пытается сказать вам, что страшный динозавр — это просто игрушка. Хорошая новость в том, что мы почти выгнали его из лабиринта. А плохая новость в том, что динозавр ускорился и выглядит немного не в себе. О, что не так, Кэрри? О, нет, малыш заснул в саду. Динозавр так близко! Ты сделал это, супергрузовик! Карл, спасибо тебе большое! Ребята счастливы вручить тебе медаль за помощь! И Кэрри приготовила угощение, которым можно наслаждаться без перерывов на динозавров! Приятного аппетита! До встречи, друзья!